Всем привет, друзья и гости нашего канала. Я вам обещала сделать рум-тур по номеру. Видите, мы уже собираемся на ужин. Я уже обгорела, ну как обычно тут немного. И спина чуть-чуть красная, хотя я постоянно мазалась кремом, но мне он не помогает тоже, я не знаю. Белокожая, вечная проблема, я всегда обгораю. Покажу вам номер. Смотрите, какая красивая подсветка. Сейчас я чуть... Начнем с красивой подсветки. Встроенный телевизор. Очень даже неплохо, да? С этой стороны зеркало, с этой стороны зеркало. Здесь красный фонарь ночной. Здесь, типа, видите, здесь можно наводить марафет женщинам. Типа макияжного... столика, стул, ну, здесь у нас там косметика, все такое, здесь кушетка, где можно посидеть, и здесь мини-бар, ну, холодильник обычный, там вода просто, вода. Так, здесь такие вот шторы симпатичные, красное с серым, так как все выполнено в красно-серых тонах. Вот этот вот ковролин бы другого цвета, да, однотонного, например, серого, было бы лучше. А так сильно аляписто. Ну, неплохо, неплохо. Значит, красный диванчик. Здесь кровати. Одна большая кровать и одна детская кровать. И здесь красотка Мерлин Монро с зонтиком. Это во всех номерах Мерлин Монро. Это видно, или хозяин фанат Мерлин Монро, то ли дизайнер фанат Мерлин Монро. Ну, неплохо, красиво, да. У нее красный зонт, и все сочетается с красными фонарями. Голубое небо. А, наверное, голубое небо под вот это вот голубые цветы на ковролине. Может быть, так. Может, такая задумка. Номер, видите, как бы не маленький, небольшой. Неплохой. Кстати, номер очень даже неплохой. Не, знаете, есть вообще старые номера, здесь нет. Не старый. Неплохо, нормально. Хороший номер. Ну, вот это вот, да, вот эта красота. Подсветочка вот эта очень даже чудненько, красиво. Здесь, видите, тоже на входной двери зеркало. Можно себя увидеть полный рост. Да, это классно, когда можно себя увидеть полный рост. Так, здесь коридор. В коридоре полки. Здесь сейф. Кстати, сейф бесплатно. Мы пользуемся бесплатно. Так, здесь что? Здесь вешалки. Шкаф. Видите, большой шкаф, вместительный. Ну, вот эти вот полочки, конечно, они манюсенькие и узкие. Что сюда можно класть, я не знаю. Вот, так что, друзья, вот такой вот номер. Неплохой. Очень симпатичный. И здесь Мерлин Монро. Красотка. Романтично так вот эти вот красные фонари. Неплохо. Сочетание цветов серого с красным. Видите, как красивенько. Очень симпатичный номер. Такой уютненький. Сейчас Халил выйдет из душа. Я вам покажу душ. Так, здесь что? Здесь у нас вид не очень красивый. Видите, на крышу отеля. Ну, другого номера не было, потому что отель весь переполнен. С балкона немного видно море. Вот это вот одна сторона отеля. Такое огромное. Вот это вот вторая. Ну, а здесь крыша. Что здесь? Здесь столик. Два кресла, столик. Здесь вот полотенцесушитель. А балкон как балкон. Здесь мы пляжные полотенца сушим. Вот такой вот номер, друзья. Неплохой. Неплохой очень даже, симпатичный. Подсветочки вообще
красивенько смотрятся, придают шарм номеру. Получается даже очень неплохо. Видите, я надела рубашечку. Надела рубашечку, потому что вечером, друзья, прохладно. Даже так вот, знаете, сидеть очень даже прохладно. Хорошо, что мне в комментариях сказали, посоветовала женщина, говорит, Светлана, возьмите джинсы, потому что вечером может быть прохладно. Я хорошо взяла белые джинсы, пока еще не надевала, но я думаю, надену. Пока в штанах в этих. В штанах, в принципе, не холодно. Я вчера была в футболке, так вот я замерзла. А мы еще сходили в бар возле моря, там вообще ветер с моря, очень такой, знаете, прохладный. И вот я замерзла. Халил вообще был в майке и тоже замерз, поэтому сегодня я в рубашечке. Душевая комната. Здесь, видите, душевая, поддон, двери. Мебель красивая, в классическом стиле. Умывальник. Да, это камень, мрамор. Здесь зеркало. Ну, здесь фен, мыло и унитаз. Подвесной унитаз. Здесь телефон и туалетная бумага. Видите, в вишневых тонах. Такая душевая комната. Очень чистенько. Кстати, сегодня убирали и поменяли все полотенца. Хотя мы приехали только вчера. И, я так понимаю, каждый день уборка, но так должно быть. Но бывает такое в отелях, что и не каждый день убирают. А здесь, я думаю, будут убирать каждый день. Очень симпатичная душевая комната. Ну и номер, который я вам уже показала. Так, все, по номеру все. Рум-тур сделан. Сейчас пойдем, я вам сниму лобби. Лобби. Здесь очень красивое лобби. Все, я вам сейчас сниму. Итак, друзья, это холл отеля. Это холл. Привет, привет. Смотрите, сколько людей приехало. Новенький. Ничего себе. Вот это центральный вход. Какие красивые люстры, шикарные. Здесь, видите, огромные диваны. Журнальные столики. Такие вот шикарные дизайнерские вазы. Белый рояль. Везде бамбук. Очень красивый дизайн холла. Необычный. Здесь такая вот зеленая зона. Типа джунглей. Столики. Очень много людей сидят в лобби. Отдыхают. Здесь включены кондиционеры, хорошо, прохладно. Хотя сейчас на улице не менее прохладно, чем в лобби. Ветер прохладный такой. Там вот бар. Разнообразные напитки, алкогольные, безалкогольные, кофе. Огромный холл. Видите, все в фиолетовых цветах, бордо. Темных. Белые диваны, белые, фиолетовые, бордо и серый еще, серый цвет. Колонны с подсветками, стеклянный вход в отель. Это ресепшн. Очень интересный дизайн отеля. Необычный. Огромнейший диван. Вообще здоровенный холл. Красивый. Красивый холл. Людей полно сегодня. Вчера не было столько людей, столько не сидело. Новые приехали. Уезжают, приезжают.
И здесь еще один бар, друзья. Очень красивый дизайн, необычный отеля. Очень красивый дизайн люстр. Такие красивые уже люстры. А вот здесь вот очень красивые бра. Шикарные бра с такими красивыми нежными цветочками. Очень красивые вазы напольные, шикарные. Вы знаете, я никогда не показывала туалет. Но вот сейчас хочу показать вам, какой шикарный туалет. Смотрите, какие шикарные люстры. Обалденные люстры. Очень красивые умывальники. Здесь вот такие вот красивые зеркала во весь рост. Шикарнейшие зеркала. И вот такая красивая мозаика. Посмотрите, какая красота. Мне почему-то так понравился туалет. Вот эта мозаика. Это вообще шикардос. Очень красиво. Видите, выложен цветок. Очень красивый туалет. Что бы я то кричала? Ты же уже выпивший. Уже прибухнул. Немец. Немец прибухнул. Согласитесь, да? Красивый дизайн отеля. Очень необычный. Пойдем немножко походим. А то такой ужин был плотненький. Поужинали так хорошо. Ух ты, здесь какая красота. Вы видите? Место для фото. Какие красивые кресла. Прям как король с королевой, бабушка с дедушкой сидят. Шикарные картины. Очень красивый отель. Со столиками. Ну, все настолько продумано. Здесь только книг не хватает. Чуть совсем мало книг. А, Халил уже выше. И здесь, видите, какой уголок. А, точно такой же, только с другой стороны. Здесь сакура. Здесь кожаная мебель. Очень красивая. Вот мозаика опять. Шикардос, красиво. Очень красиво, молодцы. Здесь кофеек, разные соки, чаек, коктейли. А здесь лобби-бар. Снаружи находится, а там вот бассейны. Вечером очень красиво, везде подсветка отеля. Красивый вид. И здесь бар, друзья. Везде кормят, поят. Здесь алкогольные напитки. Ну, разные. Безалкогольные, алкогольные. Нет, я думаю, что здесь алкогольные. Безалкогольные здесь, а здесь алкогольные. Все занято, мест нет. Нет ни одного столика свободного. А, по-моему, я нашла. Да, один столик таки есть, друзья. Как нам повезло. Это же надо такое. Или не повезло? А не повезло. Я думала, мужчина идет за этот столик. Нет, нам таки повезло. Даже два есть, я смотрю, свободно. Вон еще один. Здесь присядем. Такой очень вкусненький вот этот коктейль безалкогольный. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели это видео. Увидимся в следующих видео. За ваше здоровье. Всем пока-пока. Всем пока-пока.